Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, Петербургу. Миллионная улица, дом 16, мойки 15. Архитекторы Кольб, год постройки 1758-1859, доходный дом. В 1740-е годы на участке стоял дом капитана Вильдина. В 19 веке дом был трехэтажный, позже надстроен еще на один этаж. В 1758-1859 Кольб Александр Христофорович Тектор, перестройка. Я пользуюсь данными сайт City Walls. Здесь находились меблированные комнаты мадам Тардив в доме купца Титова. В 1740-х годах участком дома номер 16 по Миллионной улице владел капитан Иван Андреевич Вильден. В 1770-м годам участок был застроен только со стороны Миллионной улицы. К берегу Мойки выходило пустое, огороженное каменным забором с воротами владения. В начале 19 века хозяинами здесь были пекарь Иван Рольфсон и его наследники, затем жена мастера Катерина Герат, купец Титов, действительный статский советник Перен, некто Григорий Перемыкин, а в 19 веке находящийся здесь особняк был трехэтажным, позже был настроен еще одним этажом. В 1837 в доме жил князь Долгоруков, историк, публицист, автор российского родословного сборника, который собирал слухи, тайные рассказы и секретные документы. Говорят, что Александр II охотился за архивом князя. Часть бумаг была возвращена из-за границы, куда эмигрировал князь. В 60-е годы писатель Эдельман обнаружил эти материалы в архивах Эрмитажа. В 1843 году в комнатах останавливался Оноре де Бальзак, французский писатель, который приехал в Петербург для встречи с любимой женщиной Эвелиной Ганской. Он приехал в Петербург 17 июля 1843 года и прожил здесь 10 недель. В 1849 году сквозным участком от Мойки до Миллионной улицы владел чиновник 4 класса, действительный статский советник Александр Яковлевич Перен. Квартиру номер 6 в доме на Миллионной в 1860-х годах снимал член Государственного совета граф Александр Троич Толстой, а также директор до 1863 года школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров Александр Николаевич Судгов. В 1867-1868 годах в доме номер 15 по набережной реки Мойки жил поэт князь Петр Андреевич Вяземский. Последний частный владелец участка с 1890-х годов до 1917-го была графиня Текла Павловна Стакельберг. Ее супруг, граф Густав Эрнестович Стакельберг, был убит 28 февраля 1917 года. Ну вот, пожалуй, и все о доме по Миллионной улице номер 16, Мойки 15. Я пользовался данными сайта City Walls. Пока-пока, до свидания.